Ну и зачем ты своровал? А что именно я по-вашему своровал? Шоколад. Шоколад. Это он мне подставил. Что? Ха! Зарплаты этого охранника не хватает на жену и детей, а шоколадки-то хочется. И поэтому он пошел на отчаянные меры. Он стукнул меня корзиной и закинул мне шляпу шоколад, чтобы все подумали на меня. А потом со спокойной душой забрал бы эту шоколадку себе. Вуаля. Я пошел.